Смотрите, какая дыня. Как это называется? Банановая? Ну, вообще банановая. Я слышала где-то, да. Как будто гроздь и банан. Попробуем. Хороша, да, нехороша. Сколько она стоила? 60? 60 рублей килограмм, да. Но она нам продала за 50 рублей килограмм. Ага, она нам все-таки продала за 50. Потому что у нас был опт. Мы еще арбуз купили огромный. Да. Сейчас посмотрим, что это такое. Вообще режется не очень. Зеленая. Давайте сразу попробуем. Кабачок. Это будет кабачок. Я зеленый, мама. Я нам зеленый. На, хочешь попробовать? Ну, да. Да? Ага, вкусно. Да. Не то, что зеленая, даже как бы... Блин, а может нам купить с собой дыню? Ну, как плотненько. Это заморочка. Но она лучше, чем которую мы покупали, помнишь, такая колхозница. Была? Я вот не понимаю, когда говорят, фиговая. Что колхозница самая вкусная. Мне кажется, да. Колхозница... А вот это вообще отлично. Дай попробую. Она хоть как кабачок, но она вкусная. Не фокусируюсь. Не, хорошо, хорошо, да. Дыня, сладкая. Да, нормально, как торпеда вкус. Ну, лучше стороны. Вот такая дыня. Все.